Всех приветствую, с вами Александр, и я продолжаю играть модификацию ОГСЕ. Перешел на территорию НИИ Агропрома. Отряд сталкеров просит помощи на территории заброшенного НИИ. Как я понимаю, военные прессуют их. Так, встретиться с группировкой Крота, получить информацию, помочь сталкерам отбиться от военных. Да, пока сталкеры воюют. Я немного обновил информацию для себя. Во внутреннем дворе, скорее всего, остались еще военные. Поляки зажали меня во дворе. Выручайте, братцы! Да, приходит сообщение от Крота. Огонь по его позиции. Не дать ему уйти. Вылазь, тварь! Тебе не... Сейчас спецназ тут будет. Здесь бы мне, конечно, оптика пригодилась. А еще лучше... Оптика с тепловизором. Ветер уже встает. Послушай. Военные не оставляют дела недоделанными. Скоро здесь будет спецназ. Нужно уносить ноги и побыстрее. Побежали, я тебя выведу. Да, я помог сталкерам отбиться от военных. Также спас непосредственно самого Крота. Смотрите, наводка есть на тайник. Нашел такой артефакт, выносливость плюс 18, ожог плюс 10, радиация, артефакт рождается, аномалия каруси, представляет из себя половину. Очень замечательный артефакт. Также модифицированные автоматы я нашел. АК-47 мечта и также АК-47, их можно будет отремонтировать, они используют... По всей видимости, вот такой вид патрона, 7,62, базовый патрон для автоматов АК-47. В такой темноте я вообще не вижу, что происходит, поэтому я говорил о прицеле с тепловизором, то что не помешал бы. Так, у меня перегруз, поэтому давайте попробуем починиться. Отлично, прицел у нас есть, оптика теперь. Посмотрим, как работает ремкомплект. Для этого переместим АК-47 мечту в слот. И попробуем использовать... Так. Ремонт. Я ухудшил состояние предмета. Еще одна попытка. И еще раз ухудшил состояние предмета.
Ладно, пока этот ствол я ставлю в тайнике. Также здесь я ставлю патроны к нему. Военную броню. А сталкерский комбинезон, который сейчас на мне, я тоже попробую починить. Предмет не поддается ремонту, его уже невозможно починить. Так, а если нам поменять местами? По неопытности вы ухудшили состояние предмета. Отлично. Просто отлично. Так, а все же что у нас с кротом? Берегись! Так, спецназ уже прибыл на территорию. О чем говорил крот. Не знаю, смогу ли сейчас отстрелять его. Так, крот, давай наводку. В смысле не наводку, а наводку. Пошла жара! На стрелка. Пошла жара! Так, неужели мне придется весь спецназ еще выпиливать? Завалил! У спецназа видим кобра камуфляж, автоматы АКС-74. Соединю и выброшу. Интересно, можно подствольник? Да, можно присоединить подствольник к нашему автомату. Так, крот. Подождать, пока рейд закончится. Серый сказал мне, что ты ищешь. Это здесь, где-то под землей. Не могу сказать, где именно, сам не знаю. Будь осторожен. Пришлось мне выпилить весь спецназ, чтобы побеседовать с кротом. Спасибо тебе за помощь, сталкер. Не приди ты вовремя, я бы был бы уже покойником. Я ищу информацию о стрелке. Серый мне говорил, что ты что-то знаешь. Серый, ну хорошо, слушай. Говорят, что стрелок промышлял в этих местах. К тому же, где-то в подземных подвалах находится тайник стрелка. Говорили даже, что здесь была база его группировки. Мы тоже искали тайник, но ничего не нашли. Я скину информацию, может, тебе повезет. Там вся информация о тайнике, который у нас есть. Как мне попасть в подвалы? Тут один из многих входов, через него ты попадешь в один из соединенных друг с другом подвалов. Ну а там смотри сам, карты у меня нет, они очень длинные, с множеством комнат и довольно запутанные. Спасибо за информацию. До встречи. Здесь, как я понял, мы не попадем в подвалы. А вход в подвал находится, скорее всего, здесь, если я не ошибаюсь. Да. Спустился я в подвал. Надеюсь, здесь никого не будет, кроме крыс. У нас оказались бандиты, да? Ну ладно, бандит не спецназ. С ними, возможно, будет попроще.
Мне очень хорошо было стрелять в бочку, которая может взорваться. Но бандитов надо как-то выпиливать. Так, проверю аномалию электро. На наличие артефактов. Не успел ударить. Еще один такой артефакт. Ну, мне сегодня везет. Оружие подводит меня. 12500 он стоит. Артефакт достаточно редкий, очень дорогой. Это просто какое-то везение, на самом деле. Так, успел он выбить оружие. Но не успел убить нас. Жуткие подземные лаборатории всегда были фишкой сталкера. Так, у нас есть наводка на тайник. Кстати, здесь должны быть кровососы. А вот они и есть. Крысы просто бегают, они не приносят нам никаких неудобств не приносят, как тушканы мелкие. Так, смотрите, артефакт. А тайник где? Почему тайник не открывается никакой? Этот сундук я знаю. А, вот, смотрите. Колобок. Удар плюс 5%, разрыв плюс 20%. Также я подобрал еще морской еж на радиацию минус 40, но он увеличивает кровотечение на 200%. Почему этот артефакт у нас в руках? Странно. Так, где колобок? Я не вижу его. Что, я не забрал? Да, не забрал. Колобок я, конечно, повешу. А вот этот артефакт, это сомнительно, потому что у меня нету артефакта, который бы влиял на кровотечение. Повесить на пояс. Так, ну тайник стрелка должен быть. Мужик! Кефир редкий продукт в зоне. Отлично выводит алкоголь. Хорошо, на заметку возьмем. Так, это непонятный персонаж. С голосом Джигурды. Выходи бороться. Мужик!
Так, ты кто такой? Влад Порох. Нет, у него никаких диалогов нет. Он может нам только составить компанию. Хорошо, но он нам не нужен. Нам нужен тайник стрелка. Задание обновлено, найти тайник стрелка. Легендарный автомат. Хорошо всем, который хорошо всем известен, да? У него скорострельность дикая, по-моему. Так, гранаты мне не нужны. Найти в тайнике информацию о стрелке. Что это должно быть? Флешка? Здесь комбинезон появился, должен быть. Да, так и есть. АКС-74 скорострельный, как я и говорил, да, легендарный автомат. У него скорострельность дикая. Но я пока не вижу никакой информации о стрелке. Так, а почему огонь зажегся сам? Нашел я информацию о стрелке. Флешечка вот. Занятно. Стрелок, у меня хреновые новости. Клык погиб. Тебя не застал. Зря ты один к центру зоны пошел. Так, история сообщений. Дневник. Личные заметки. Встреча с кротом. Стрелок, у меня хреновые новости. Клык погиб. Тебя не застал. Зря ты один к центру зоны пошел. Впрочем, дело хозяйское. У кого и где тебя искать, знаю, призрак. Да, у нас обновилось задание. Выбраться из подземелья. Также у нас есть задание на агропроме выкрасть документы у военных. Но я думаю, этим мы будем заниматься в следующей части. А с вами был Александр. Всем пока.